Итак, дорогие друзья, всем привет! С вами снова Настя. И сегодняшнее видео с небольшими, правда, лагами, потому что сейчас просто весь Easter Stable здесь, там же, где и я. Я хочу посмотреть на новую ферму, новое ранчо, точнее, где в скором появятся американские квотерхорсы. И сегодня я вот с подписчиками, с Полей. Мне действительно очень любопытно, как они все сделали. И даже не заходя на ранчо, мы уже видим, что, собственно, это выглядит все очень и очень круто. Ты наверняка услышишь чудесные мелодии в стиле кантри. Вот это прекрасно! Музыка — это прям улет. Так, давайте уже поговорим с ним и пойдем исследовать территории. Я настолько сильно люблю Джоша, вы просто себе не представляете. И теперь его обновили, и он выглядит просто бомбически. Это мне он безумно нравится, этот Джош, он такой вообще красавчик. И, кстати, у него еще есть задание, почему-то я не уловила этот момент. Ой, мамочки и девочки, уж что, все ко мне, что ли? Ну, привет. Ну, привет. Так, давайте, я ненадолго еду обратно в Морланд. А, нет, ни за что, мне тут очень нравится. Привет, девчонки, очень рада вас видеть, но, к сожалению, у меня сейчас пока делишки, я хочу сделать небольшой обзорчик. Ой, как вас много-то. Так, извините, ребятки, но я не хочу, чтобы сильно лагало, поэтому давайте побежим, пожалуйста, куда-нибудь. Ой. Итак, у нас здесь новый такой загончик красивый, где, как мне кажется, в будущем появится, наверное, что-то типа какого-нибудь, не знаю, соревнования, во всяком случае, потому что разработчики говорили, что, собственно, у них есть грандиозные какие-то планы абсолютно на это место. И вы наверняка спросите, ой, мама, пустите, про американских квотерхорсов, и я скажу вам, что я смотрела, собственно, обзор и на квотерхорсов, и вначале они мне дико не понравились, а потом они мне ужасным образом понравились, и я просто была, наверное, в шоке, вот, от того, что у меня так резко изменилось мнение о них. У нас тут есть мамочки, ух ты, как это красиво сделано, вы только посмотрите на эту красоту. Тут, конечно, будут продаваться мы знаем кто, американские квотерхорсы, но выглядит это просто прекрасно. То есть это очень, знаете, такие необычные, я бы сказала, модненькие. Ну, реально модненькие, они выглядят очень классно, очень богато. А тут ни у кого нет лошадок. Оля, не переживай. Так, давайте смотреть дальше. Пока что я просто в восторге. Так, что продаем? Слушайте, мне очень нравится... Так. Мне очень нравятся вообще в стиле вестерн все подобные штуки, особенно вот такого типа уздечки. Мне кажется, это просто дико круто. И когда у меня появятся старкоинцы, если они появятся, I suppose, то... Вау! То я думаю, что я еще затарюсь в этом магазине, потому что стиль... Какая шляпа, классно! Потому что вестерн это очень круто. Какие очечки, как вам? Слушайте, как классно, здесь так много всего, просто бегай, исследуй. Очень классно сделана эта штука, и если на нее нельзя залезть, я буду опять плакать, просто горючими слезами реветь. А, кстати, да, многие спрашивали, где взять такой свитер, я всем случайно наврала, потому что я говорила, что это в осени, бесполезно. Но этот свитер был куплен вроде как в Вэлдейл, то есть там, где я живу. Так что, знаете, те, кто интересовался, что можно найти в Вэлдейл. У нас какой-то мужчина стоит колоритный. А, это Джон, тот же самый Джон. Но ты, конечно, симпатяшка, Джон, но да, Джоша, тебе далеко. Во всяком случае, в моих глазах образовалось огромное количество людей,
такая незапланированная сходка. Ребяточки, простите, пожалуйста, я с вами прощаюсь, сейчас обратно побегу. Я очень вас люблю, вы чудесные, замечательные, вас очень много. Простите, пожалуйста, я от вас убегаю. Жестокая Настя, побег. У меня прервалась запись, я успела посмотреть прекрасных курочек. Я была просто в шоке от того, что они настолько реалистично прорисованы. Также здесь лошадиная мойка, ребята, я просто была в шоке. И заранее очень простите меня за лаги, ну потому что сейчас весь просто сервер тут. Очень реалистичные стога сена, очень прекрасная мойка. Это выглядит просто великолепно. Также тут есть, я уже говорила, чудесные кормушки. Точнее, я говорила, но это не записалось, по-моему. Где-то здесь чудесные просто левады, которые выглядят очень-очень реалистично. И я очень счастлива, что наша игра как раз приближается к, ну, как бы к реальности. Действительно очень заметно. Тут чудесные коровки Лонгхорн. И мне печально, что они не испытывают такого успеха, как ослики. Я тоже их уже смотрела повнимательнее. Ну вот давайте с вами вместе посмотрим. Это просто, мне кажется, звезда просто этого обновления. Все дико влюбились в этого чудесного ослика. Он, правда, просто милейший. Также тут есть серенький ослик. Он выглядит вот так вот. Тоже очень милый парнишка. Я просто со своей равой бегаю. Тут есть также овечки и чудесный лук с цветочками. Но этот белый малыш, это просто, мне кажется, все в него влюбились. Без вариантов. Также я, не знаю, успела записать это или нет, что я просто без ума влюбилась в новых американских квотерхорсов. И действительно, это просто выглядит бомбически. Они очень реалистичны, у них очень реалистичные манеры, они очень чудесно двигаются, у них есть прекрасные... Скажем так, а что, все заняты, что ли? У них есть абсолютно чудесная анимация, и я думаю, что я просто в восторге. Из мастей я могу сказать, что мне очень понравились... так, пустите меня, пожалуйста. Пустите меня. Что мне очень сильно понравилось, Паламина масть. Вот, и я очень жду, когда они появятся, чтобы собрать какой-нибудь ковбойский сет и просто посмотреть на эту лошадь, потому что я успела в нее просто влюбиться. Также здесь очень реалистичные левады, что тоже не может не радовать, потому что наша игра становится похожей на реальность. И я очень счастлива, что действительно это происходит в то время, ну как бы, когда я начинаю опять записывать Star Stable, ну потому что это не может не радовать. Так, что тут еще есть? Ух ты, это аптечка, что ли? Смотрите, тут голубой крестик есть. Ну, я могу сказать, что я просто счастлива. А там, подождите, там Mistfall, что ли, да, получается? Да, там Mistfall, то есть это рядом с Фиргрэви и рядом с Mistfall'ом. Это выглядит просто чудесно, я дико рада и счастлива этому обновлению, во-первых, потому что Джош, и вообще я хотела снять это видео с акцентом на то, что я иду как будто бы на свидание к этому Джошу, потому что я очень долгое время просто дико обожала этого персонажа, я даже не знаю, с чем это было связано, но... Вот такая интересная особенность, и мне очень нравится Джош, и тем более его новая лошадь, и в принципе он выглядит очень круто, и еще круче его, скажем так, место, в котором он теперь живет. Ой, а что это такое? А, там я была. Давайте еще посмотрим этот домик, и вроде бы это будет все, потому что, насколько я понимаю, мы с вами посмотрели почти все. Так... Давайте нашего желанного мечтателя оставим и тут. И побежим с вами посмотреть, что тут есть. Тут есть машина, которая стоит на месте, где должны быть привязаны лошади. Это забавно. Давайте посмотрим. Ой, извините за лаги, пожалуйста. Так, давайте посмотрим. А тут чудесные фонарики, очень красивые цветочки. Я просто счастлива от того... Какое огромное количество различных детализированных цветов. Это же такая красотища, просто гляньте. Можем ли мы сюда сесть, мне интересно. Девочка, ну ты издеваешься, пожалуйста, зачем? Зачем ты это делаешь? Ладно, давайте сядем. Это выглядит прикольненько. Наш персонаж, кстати, немножечко по-другому сидит. Чё ты меня своими копытами машешь? Не надо. Лошадь красивая. Ну, собственно, так это выглядит. Итак, дорогие друзья, это будет странно звучать, но я зашла, чтобы попрощаться.
Дело в том, что у меня были небольшие проблемы со съемкой этого видео, но я надеюсь, что при монтаже все наладится. Я хочу сказать, что мне очень сильно понравилось это место. Оно очень красивое, оно очень качественное, очень много всего интересного. Также разработчики сделали нам огромнейший подарок, потому что они подарили нам неделю бесплатного ухода за нашими лошадьми. Поэтому у всех моих лошадей прекраснейшее настроение. Я этому безумно-безумно счастлива. И я жду не дождусь чудеснейших квотерхорсов, чтобы снять на них тоже видео. Да, у меня какое-то такое, не знаю, время вдохновения. Мне хочется все снимать, снимать, снимать. Я не знаю, насколько долго это все как бы, не знаю, продлится, мой такой супер увлеченный, скажем так, но пока что мне все нравится, и действительно, мне очень понравилось это обновление, я прям рада, что хоть с небольшими лагами я зашла, все посмотрела и дала вам свою какую-то реакцию, поэтому я буду очень счастлива, если вы тоже напишите в комментариях, как вам обнова, допустим, что вам понравилось больше всего, как вам ослики, как вам вообще новая порода лошадей, которая выйдет. Я говорила, что мне очень нравится масть Паламина, но я не знаю, в общем, посмотрим. Итак, дорогие друзья, с вами была Настя Лир, которая внезапно пропала и внезапно вернулась. Желанный мечтатель, чудесная музыка кантри и мой любимый Джош. Кстати, давайте к нему сбегаем напоследок, потому что все-таки моя любовь, я его очень сильно обожаю. И я хочу сказать моему Джошу чудесному спасибо за то, что он пригласил меня сюда и устроил мне такое чудесное свидание. Да, малыш Джош, ты самый лучший на свете. Итак, дорогие друзья, спасибо, что потерпели лаги, ну потому что это было невозможно просто здесь, без лагов. Я буду очень рада, если вы оцените это видео. И вокруг меня опять собралась рава людей. В общем, я была очень рада всех вас видеть. Всем удачи и всем пока!